Специалисты комитета по хозсубъектам совместно с работниками полиции проверили, соблюдают ли пассажиры общественного транспорта масочный режим. Напомним, согласно постановлению губернатора, продлен такой режим до 31 октября. Поэтому в общественных местах магаданцы должны использовать средства индивидуальной защиты. Если выявляется гражданин, который без маски, составляется административный материал. Впоследствии передается в суд. На данный момент, да, больше 50% без маски. Такие рейды специалисты проводят несколько раз в неделю. Проверяют маршрутки и рейсовые автобусы. За несоблюдение масочного режима в транспортных средствах магаданцев ждет штраф 500 рублей.